Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам прочитаю сказку из книжки про ослика-упрямку. Она входит в серию «Школа хороших манер». И в ней рассказывается о безопасности малыша с помощью разных поучительных сказок. Итак, первая сказка учит малыша не подходить близко к качелям. Согласитесь, достаточно распространенная ситуация. Итак, как ослик-упрямка подходил близко к качелям. Зверушек во дворе было много, а качели одни. Всем хотелось покачаться, а упрямке больше всех. Он никому не хотел уступать. Только вот на качелях какое правило? Кто первым сел, тот и катается. А кто первый сел? Тот, кто первым проснулся. А разве раньше петушка кто-нибудь просыпается? Он самым первым встает и всех на улицу зовет. Только ослик-упрямка во дворе покажется, а петушок уж давно там сидит себе качается. Ну, погоди, думает упрямка, вот только ты встанешь, я буду качаться. Никто меня не опередит. Все играют, а упрямка стоит около качели и ждет. Ну, когда же петушок накачается? А сам все ближе подходит. Ближе и ближе, вдруг кто-нибудь вперед влезет. А качели летят себе в самое небо, и мы дело нет до ослика. И тут он так близко подошел, что стукнула его перекладина прямо по макушке. Полетел он вверх без всяких качелей, мимо горки, мимо лавочки, мимо турника, прямо в песочницу носом воткнулся. Больше он в этот день на качелях не качался. И на всю жизнь запомнил, близко к качелям подходить опасно, можно сильно ушибиться. Тебе очень хочется покачаться на качелях, а они заняты. Что ты будешь делать? Как ты попросишь пустить тебя покачаться?